Никола, что случилось? Леди Лакшми была права. Он узнал. Я вас вытащу. Давайте. Он еще там. Уже поздно. Ничего не сделать. У меня есть еще одно дело. Глава 16. Обнимемся, брат. Алистер! Алистер! Я знал, что ты вернешься, брат. Выходи на свет, мерзавец! Ты и я, мы не такие уж разные. Я всего лишь хочу защитить своих родичей. Мы просто боремся за свое выживание. Это ложь! Однажды, возможно, ты поймешь. Прости меня, Грейсон. Этого я совсем не хотел. Красавчик. Бесполезно. Черт. Гусальки. Блин, а мне больно так. Нет. Да что ж ты кусучий такой сегодня? Давай тебе под ребро. Не попал. Вкусная доска. Добивай его. Давай, дотягивайся! Дотягивайся, чмо! Есть! Давай, отруби ему что-нибудь. Волосатик.
Я знал, что этот день однажды наступит. Зачем, Алистер? Все эти годы вы сражались с нами бок о бок. Я видел то, что не могу стереть из своей памяти. Как цивилизации рождались и гибли из-за людской алчности. Как люди истребляли друг друга во имя так называемых богов. Мы еще искупим свои грехи. Но чем вы оправдаете зверство, что творил ваш народ? Мой народ... Мой народ ничуть не хуже вашего. А как же ваша сестра? Ваш отец? Все это ложь? Изи, мой отец... Я любил их как родных. Но где им понять, в каком кошмаре я жил? Сын мой. Отец, прости меня. А, это я должен просить прощения. Я не хотел для тебя такой жизни. Вы знали. Я всегда знал. Я спас его, когда его семью убивали. Твой отец погиб от моей руки. Но, дитя, за что тебе такая участь? Как мог я забрать жизнь невинного? Сознайтесь во всем совету, лорд-канцлер. Только так вы сможете искупить свою вину за эти бесчинства. Я не могу! Это правда. Потрясет наш орден до основания. Значит, пожертвуете мной. Сколько еще должно умереть ради вечного молчания? Он мой сын. Я не могу прервать его жизнь. Изабель... И совет не должны ничего узнать. Или я обращу в прах все, что вам дорого. Не просите меня об этом. Отныне я запрещаю вам знаться с рыцарями. Орден должен быть единым. Вы более не его часть. Закончите, что начали, и прочь! Люди не созданы для такой жизни. Наступит день, когда наши страдания кончатся, брат. Может, тогда мы обретем покой. Интересно, у нас будет право выбора убить или оставить живых? Думаю, нет. Вот и закончили мы прохождение игры Орден 1886, викторианская эпоха, Лондон, полукровки-оборотни, вампиры и рыцари, которые бессмертные такие пацаны, черную воду пили и столетиями воевали. Ну, колоритные персонажи достаточно, да, ну как бы это все большой фильм получился, продолжительностью около там 10 сэр Галахад, часов. Вас ищут по всему Лондону. Медлить нельзя. Сэр Галахад, вы слышите? Сэр Галахад. Не бойтесь, Никола. Все хорошо. Это вы так думаете? Совет ввел в городе военное положение. Власти могут перейти к активным действиям в любой момент. Сейчас не время для геройства.
Нам надо последовать за леди Лакшми и покинуть город. Я скоро буду. И чтоб вы знали, я больше не Галахад. Ну и, конечно же, не может не радовать тот факт, что это еще не конец игры. Как вы видели, после, в середине титров была вставлена вставочка о том, что мы теперь не рыцари, и мы готовы сражаться и дальше. Это очень отлично. Значит, мы можем надеяться на продолжение. Это еще один огроменный способ добавить просто палец вверх за это видео. Но это просто не может не радовать. Игра заслуживает определенно того. Она не сделала какую-то, чтобы пройти ее еще раз. Она не сделала какой-то революции, там, какие-то фишки, таким, которые никогда никто не использовал. Наоборот, она собрала в себе кинематографический движок и моменты, когда можно какие-то кнопочки нажимать, чтобы что-то происходили, какие-то действия. Очень приятная графическая оформляющая, как я уже говорил, движение героев. Нет каких-то прыжков каких-то таких вот. Все более-менее плавно. Бывают, конечно, какие-то затыки определенные. Ну, то есть герой стоит и долго соображает, что от него хотят. Но эти недостатки, я думаю, разработчика можно было удалить. Ну, они, видать, посчитали, что это не столь критично. Что человек, если даже там персонаж у него будет стоять и ничего не делать, все равно будет приятно лицезреть то, что происходит на экране. Это одна из тех игр, когда надо купить широкоформатный монитор или телевизор 21:9 соотношение сторон, чтобы черных полосок не было. Тогда это будет вообще шикарно смотреться. Игра вообще смотрится шикарно. В общем, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. С вами был Лорд Вуду на моем канале Аранхад Железное Сердце. Мы играли с большим удовольствием игру Орден. Это эксклюзив PlayStation 4. Нигде в него больше вы не поиграете. Ну, разве что пройдете игру вместе с нами на YouTube. Вот. Желаю, в общем, вам приятного просмотра. Если кто не смотрел сначала, решил посмотреть концовку, то обязательно посмотрите лучше от начала до конца все это дело. Это очень приятная игра, очень атмосферная и незабываемая. Всем пока, до новых встреч! Всем привет, с вами Лорд Вуду. И в этом видео я вам покажу, как покупать игры для PlayStation на 3 человек. В связи с тяжелым финансовым положением России, как вы знаете, курс доллара и евро стремительно куда-то улетел. И для этого покажу вам метод покупки игр на толпу людей. Создается новый юзер. Для этого регистрируется отдельный адрес электронной почты и пароль, и заводится новый аккаунт в PSN.